Перед нами терминал Акбарс банка. Подходим к терминалу, нажимаем пополнение транспортной карты. Далее вводим номер чипа, то есть нажимаем на цифры на экране. Номер чипа указан на обратной стороне транспортной карты. Вводим номер чипа. Ввели номер чипа, нажимаем кнопку «Далее». Идет проверка данных. Так, сверяем. Если все корректно, нажимаем снова «Далее». Далее нажимаем кнопку «Оплатить». Оплатить. Так, мы оплачиваем наличными. Нажимаем «Наличными». И вносим купюры в купюроприемник. Вот есть надпись «Деньги». Туда вносим купюру. Так, внести денежные средства. И нажимаем кнопку «Далее». Выходит чек, берем чек. И самое важное, теперь нужно приложить транспортную карту, чтобы данные записались. Это очень важно. Прикладываем транспортную карту. Мне нужно левее, то есть я чуть-чуть дальше приложил. То есть прикладываем. Прикладываем транспортную карту. Происходит считывание данных и идет процесс записи. В этот момент дожидаемся, выполняется запись. Не убираем карту. Запись карты выполнена. И выходит надпись «Заберите карту». Теперь транспортную карту можно убрать. Данные о пополнении успешно записались. Повторно прикладываем транспортную карту. И можем убедиться, что баланс увеличился. И все в порядке. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока!